Ну, спасибо Сопернику за игру. Вот, игра получилась у нас сегодня без нервов, легкая. Выиграли 5-0, могли забивать больше, но они тоже могли забивать, у них были моменты. Там штанга была, перекладина была, несколько опасных моментов. Ну, вот, мы в целом контролировали ход игры, переиграли полностью соперника. В первую очередь в центре, им не давали ничего сажать, у них только один игрок за счет индивидуального мастерства что пытался сделать, а комбинационного мы им ничего не дали создать. Вот. Хочу своим ребятам сказать вам спасибо. Сыграли очень достойно, очень хорошо. Надеюсь, что в следующие игры будем играть так же. Вот. Что еще могу сказать? Ну, Алкобасы приятная команда, они не фалят, дают играть сопернику, сами играют. Ну, они могут бороться за выход. У них там с Миланом будет игра, интересная игра получится, я думаю. Если они чуть пособраннее будут, то могут обыгрывать. Еще раз спасибо всем. Команда Алкобаса проиграли сегодня Ливерпулю 5-0. Проиграли по делу. Ребята поопытнее нас, мы команда молодая. Будем извлекать уроки. Сегодня были свои моменты, но у Ливерпуля их было, наверное, раза в два побольше. Но я думаю, на гол наиграли, не так уж обидно, наверное, было бы, если бы не в сухую. Ну, мы будем стараться, мы еще, я думаю, можем выйти из этой группы. Будем стараться. Спасибо.